Сегодня день памяти Александра Пушкина. 10 февраля 1837 года в дом на Мойке привезли смертельно раненого Пушкина после роковой дуэли. С тех пор не прекращается традиция поклониться памяти поэта. Девятнадцать лет назад начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. Со счетом 4-2 победил Гарри Каспаров. В 1946 году родился композитор, заслуженный деятель Казахстана Кенес Дусекеев. Он является автором более 200 песен, симфонии для камерного оркестра «Утро на Джайляу», «Качеви» и многих других произведений. Февраля 2009 года на орбите Земли произошло первое столкновение неповрежденных искусственных спутников за всю историю космонавтики. Сорок пять лет назад родился режиссер-постановщик казахфильма Рустем Абдрашев. Он создал такие картины, как «Небо моего детства», «Подарок Сталину», «Курак-курпе» и многие другие.